Ребята, вы на канале Джейсон К. Сегодня, как вы видите, я поменял себе скин вместо Джейсона Вурхиза на охранника, то, что я скачал. Сейчас я поставлю от первого лица. Охранник. Ой, блин, я же забыл, моя смена началась. О. Охранник, у меня для тебя прекрасная книжка. Что там написано? Там какой-то дядька стоит и смотрит на закат. Офигенная книжка. Моей жене нравилась. На, читай. Бесполезный кусок мусора. Ладно, да, я пойду работать. Можно я смотреть? Фёд, парень, я работать. Подожди, подожди, можно мне смотреть в офис? Подожди. Подожди, смотри, я открою дверь. Не, не, ну, ладно, вот, так. Ну, на, смотри. Так, всё, в сундуке карта осталась. Ну... ладно, я уберу камеру, потому что мне все равно на бутылку не нужна. Она мне. Отдай мне. У тебя рука в говне. Все, отдай мне. Че там мелешь? Ладно, хорошо, сейчас. Миша, че мелешь? Нет. Фух. Чего ты не мочишь? Давали уже. Ладно, ладно. Ну, ладно, что ж, буду следить. Так, ты пока на сцену. Охранник, глянь. Глянь, что есть. Глянь, что есть. Откуда? От верблюда. В смысле? Я не понял. Не знаю. Так, собрать. Дашь краситель? Краситель дашь? Он не даст тебе краситель. Откуда у тебя алмазный меч? Скажи. Не знаю. Ютубер алмазный дал. Ютубер алмазный? Да. Ты что, с ним знаком? Да. Он только на компе играет, а не на планшете, как я. Ладно. Ты пошел на кухню пожрать, да? Не на кухню, а в туалет. Ну, все равно пасать пошел. О, охранник. Ты фиолетовый парень. Ты будешь уничтожен. Эй, охранник. Стой, стой. Хочешь дрелище смешное? Не надо, не надо, не надо. Не надо, не убивай его. Да, тебя. Нет! Давай. Ладно, я же могу сломать, я же... Нет, нельзя ломать, так... Кнопки зато. Кнопки тоже нельзя ломать. Почему? Потому что... В первой части можно ломать кнопки. А здесь нельзя. Ладно, я зайду к Фекси. Дай мне поспать! Охранник, как ты сделал себе голос Фекси? Я говорю тебе, охранник смотрит по камерам. Какого буя ты делаешь в моем доме? Я не смотрю, дверь закрыл, блин. Охранник, у меня для тебя 6 комиксов. Каких 6 комиксов? Про Джейсона Вурхиза. Нафига? Не. Ты ж, ну ладно, что ты не любишь Джейсона Вурхиза. Я люблю я Джейсона, только не надо, я работать должен. Ладно, еще тортик, я же забыл, что здесь еще должен быть тортик. Что ты там делаешь? Ой, я пойду-ка. Нет. Нет. Ах, никого не... Ой. А, это он там на кухне, а мне просто камера. Ты скоро там будешь? Ты что сделаешь? Эй, мои тортики! Я отсюда, это мои тортики. Я, между прочим, для себя их ставлю. А, блин. Всё, теперь могу их хавать. Ты вообще нормальный? Да. Я вышел из психушки для эпилепсиков. Как ты считаешь? Ты псих. Я не псих, я аниматроник. Да, ты псих. Если ты псих, а почему тогда ты с унитаза жрал тортики? Мне сделали такой искусственный интеллект. Тупой какой-то интеллект. Ну, это меня тогда... Это меня Вилли Аслан так заблокировал.
Почему здесь нету крыши? И почему в туалете там моча? Ты чё, писал там? Да, я... Уже при том, вот уже 6 часов. Короче, мне пора. А я пока буду жрать тортики. Дожри ты тортики свои. Я тут дорожку из тортиков сделал. Да, на кухне я ещё расставил сам. Здравствуй, охранник, это парень. А знаешь, что это по-настоящему? Это я краситель туда добавил. Да ты пописывал. Угу. Кстати, вот. Ты чё, откуда ты? У тебя сегодня нету смены, у тебя сегодня есть выходной. Смена, сейчас четверг, блин. Ты можешь выживать от меня, сиди просто в офисе и фигнёй страдай. Можешь халявить. Не. Я сплю. Я сейчас дождь сейчас уберу тебе. Понятно все сейчас. Погода, ясно, все. Пожалуйста. Только главное не мешай мне. Да я тебе дорожку из тортиков. А если ты так не хочешь, тогда я тебе вообще. Хочу. Это тортики. Тортики это моя любовь. Сейчас ты у меня попляшешь. Ой, так. Ага, вот. Нету, дай поспать! На тебе фикси. Я ударил в пойл фикси, вот тебе с алмазного меча. Привет! Теперь я охранник, иди отсюда! Я охранник! Кыш! Кыш отсюда, ты! Даже с текстурками тут беда. Вали ты! Я пока собрата буду обнимать. Да, обнимай, только смотри, не сломай. Не сломай, а то я тебе сейчас систему сломаю всю. Да не надо ты мне ломать. Сейчас. Так, надо. Смотри, что я делаю. Сейчас она сломается. Получи. Ой. Открывай, закрывай. Ну, открывай, закрывай. Попробуем что-то. Так, надо вырубить электричество там. Да сколько можно реклама? Ай, да у меня реклама вылезла. Ты чё, просто вырубить электричество? Хочу, дай мне нормально вырубить. Все, вырубил. Эй! Всё, вот его платит за всю свою жизнь. За всю свою никчёмную жизнь. Знаешь, что ты получишь? Да. Получил. Фу. А, блин. Надо как-то попасть в офис. Получил ваш изград. Неплохой охранник. За это я тебе сломаю все системы. Эй! Офигел! Да. Это моя работа. Я сейчас, пожалуйста, все это суду увольнюсь. Так, сейчас я позвоню. Где-то мне это телефон. Я пока буду ломать тебе систему. Эй, ты чё, офигел? Да. Нет! Миш, ты исключён. Поставил быстро всю систему. Что-то мне платит. Ты не так всё поставил. Узнай, короче, как надо. Блин. Чё ты наделал? Зачем ты разрушил моего собрата? Он не дорог, как всё. Фух, починил наконец-то двери. Я убью теперь для этого парня. Нет! Ты чё? Это твой создатель! Ты чё? Это твой создатель. Из-за которого меня должен мучить какой-то дурацкий охранник. Где ты там? Где ты там? Я тебя сейчас отлуплю. Нет! Нет! Ты зашел ко мне быстро. Не зайду. Пойди отсюда. У тебя оружие есть. Это любой. Сейчас позвоню Фериту парень. Алло, Фериту парень. Алло. Я хочу пожаловаться за то, что Бьюни вообще офигел. Он там это, того, взбесился. Да? Ага, буду закрывать. Говорит Фериту парень. Я его убью. Все. Блин, а что случилось? Мне приснился сон, будто автору.ком. Что там произошло? Да. Что там произошло?
Это за твоего собрата, да? Да. Да опять заслала твоего собрата. Вот тебя гад. Теперь хотя бы у него два брата. Чего не вызывать? Ладно, ну что ж, я посижу-ка тут. Положу, пою тортики тут. Ням-ням-ням. Смотрит. Ням-ням-ням. Два собрата. Два собрата? Один, покажи-ка. Эй, это фиолетовый парень. Один собрата разрушен. Нет, за что? За то, что ты убил фиолетового парня. Это я твой череп, я твой скелет сохраню себя дома. Ну что ж, а теперь мне надо сваливать из дома, из этой пиццерии. Так, это, стоп, я кое-что забыл. Вырубить питание надо будет. Отдай мне даже скелет. Я сейчас схожу за этими тихими. Отдай мне скелет. Отдай мой скелет. Нет, ладно, откуда у тебя тинти вообще? Узнаешь, как я... Нет, у меня ядер скелета! Не подходи ко мне! Отдай! Нет, у меня никакого ядер скелета! Да не сходи в дом! Да не дам тебе сходить в дом! Ну ладно, все тогда... Ну ладно, ты сам на это напросился. Да что? За то, что я сейчас... Откуда у тебя тинти, скажи мне? Встань! Не бей меня! Ладно, ладно, отдам тебе этот скелет. Отдам. Сейчас, стой. Я дам тебе, честно. Пошли в пиццерию. Сейчас. Я тебе прям поставлю. Сейчас, подожди. Можно я хочу поставить попыриться на закат? Доставь. Ну где у меня? Нету заката. Ладно, пока, я пошел. Ах, блин, хорошо жить. Я пойду посплю. Да, он поставлен. Блин, мне приснилось, что я вообще бедным стал. Блин, а денег у меня совсем не осталось. Пойду-ка за денежками работать, Даша, чтобы мне заплатили. Смотри, что у меня есть. Откуда? Ты что, в креативе взял? Когда ты успел быть креативнее? Я придумал один жесткий план. Я побежал взрывать. Стой, не надо. Где поставил тинтихи? Не ты взорвешь, ты не взорвешь. У меня еще 62 тинтихи. Давай поборемся. Ты головой, я руками. Давай, бей, Вася, бей. Эй, стой, так нечестно. Стой. Давай по-честному драться. За тебя мы по-моему на кулаках, а? Нет, я тебя кварят. Я тебя коромыслом замочить могу. Надя, Давай, бейся. Надя, драчу. Давай, Надя, драчу. Блин. Вот мои ресурсы, короче. Блин, а надеюсь, что я камеру убрал, сынок. Да получи! Получи ты! Нет, не убрал сундук! Блин, а! Да подожди ты! Не дам! Ты это за мои ресурсы, за то, что ты... Нет! Будет у нас битва! Жесткая битва! Ты знаешь, как... Отстань! Не отстану! Ты мне поплатишься за то, что ты убил фельдшера парня, это раз. За то, что ты зашел этим креатив, добыл алмазный меч, и в ТНТ два. И в третьих, ты нечестно драться, у тебя алмазный меч, а я на кулаках. Ладно, алмазный меч. Не, давай по-честному будем драться, на кулаках. Не, тебя головой буду бить. А я мясом буду бить тебя. Не, я тебя буду динамитом. Не, динамитом не честно. Вот так честно. Будем драться едой. На телещ. Стой, не трогай. На тебе, дурачок, чтобы больше не пил. Да помни, пить нехорошо. Да, пить я не знаю, что нехорошо, я не пил вообще.
Стой, 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 давай, стой, давай пить там тайм-аут. Да подожди! Ура! Вырез. Не давай, моя камера. А дай мои ресурсы, или все твои книжные полки начну. Да ломай. Ломаю твои книжные полки. А мне нафиг не нужны. Ура, тортики, жигобядина. Отдай всю мою жраку. Не дал, не дал. Так, это я оставлю. Я сейчас зайду в креатив и взорву твой дом. Ладно, 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 ладно. О, придумал, знаешь что? Заходи в креатив. Короче, я там возьму уже. Ты сам на такое напросился, что ты сам, ты узнаешь, что такое... Офигел. Хватит, Кать. Потом ты узнаешь, что такое гнев. Ведь я вот, когда я перейду, буду и Кать. Да. И пить. Да, 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 да. Да, будет, сейчас придет новый аниматрик, ты в курсе? А я сейчас буду воскрешать фиолетового парня. Пожалуйста, отдай мне мои ресурсы. Ты убил фиолетового парня. А ты еще хотел взорвать, и ты в креатива. Я вообще в шоке. Так, надо сейчас возродить. Воскрешаю я тебя. У-ля-ля, у-ля-ля. Воскрешаю. Я хотя бы его голову возьму. Где голова? Кыш, кыш. Как раз у меня голова. Ну реально. Че реально? Че реально? Ты взял из креатива, это просто... Это должно быть стыдно, Гекльберри. А где эти? Я убегаю, надо убегать. Да вали, только ты чё, из каких-то пор ты мою кровать берёшь? Чтобы спать и жить бездомным. Пока-пока. Ладно. Ну что ж, ребята, я теперь сейчас всё исправлю. Надо бежать.